В завершении выпуска, согласно известной русской пословице, готовиться к значимым событиям лучше заранее. Как встретить новогодние праздники без серьезного ущерба для семейного бюджета, смотрите в нашем следующем материале. Совсем немного времени остается до того момента, когда нам предстоит менять календари. А это значит, что уже совсем скоро торговые центры наполнятся желающими сделать новогодние подарки для своих близких. В первую очередь родители будут стремиться порадовать своих чад, а бабушки и дедушки – внуков. Ежегодно эксперты составляют рейтинги самых желанных подарков. И вот чего хотят дети в этом году. Почти треть мечтает об увлекательной игрушке, а каждый пятый не откажется от нового гаджета или красивого наряда. Восторг вызовет и сладости на праздник, а также многое другое. Картинка складывается такая. Чтобы порадовать ребенка или внука-внучку, придется выложить минимум 5000 рублей. Ну а если стоит задача осчастливить ребенка гаджетом, то тут планка поднимается до 15 тысяч и выше. Как поступить в этом случае пенсионерам, которым хочется побыть для своих внуков новогодними волшебниками? Я бабушка, у меня трое внуков. Я уверена, что подарки своим близким надо делать даже по любому поводу. А уж Новый год тем более. Поэтому мы решили взять консультацию у специалистов банка «Восточные». На руки вы получите 30 тысяч рублей. При этом платеж в месяц составит всего 2 тысячи рублей. Хорошо, вполне нормально, меня это устраивает. О том, насколько часто пенсионеры сегодня обращаются за кредитом, нам рассказал специалист банка «Восточный» в Кунгуре. В конце года возрастает сезонный спрос, в том числе у пенсионеров. Чаще всего они берут кредит на подготовку к следующему дачному сезону и на подарки близким. Исходя из размера пенсии, банк предложит удобный платеж, что позволит спокойно погашать кредит. Возможности кредитования сегодня настолько широки, что порадовать своих близких хотя бы раз в году может каждый из нас, независимо от того, работает он, либо уже вышел на заслуженный отдых. Узнать подробнее об этом можно в банке «Восточный». Далее смотрите прогноз погоды. Если у вас есть интересные темы, звоните наш телефон 23413 или оставляйте комментарии нам в группе ВКонтакте. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.